Привет, дорогие друзья! У меня новый наряд. Ну, в смысле, хорошо забытый старый. Серьги новые, хорошо забытые старые. Вот. Вот такое платьюшко. И тоже, кстати, я вам скажу, над ним гномики не поработали, хотя это платьюшко давно сшитое. Манки. Сэром. Вот. И у нас сегодня такой план. Саши сегодня молока собрался покупать, а потом говорит, что у нас на ужин. Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, а давай сходим в столовую-то в Северную. Я же еще там не была, в Аштаме. Вот. Готовить, конечно, я люблю дома, но и в столовую надо зайти посмотреть, проведать. Поэтому у нас сегодня вот такой вот с ним план. Я говорю, а я приду к тебе сниму. А как ты молоко покупаешь? Он говорит, сейчас он поздно приезжает, часов 7. Этот молочник, фермер. Я, говорит, оставлю друзьям. Слушайте, а здесь не было этого магазина. Здесь какая-то была, я не знаю, контора какая-то. Теперь маленький магазинчик. Ну, удобная, локейшн удобная. Вот. Молоко продают вот там. Вот, ну, там метров 20. Вот пройти через дорогу, подъезжает с большими синими такими пластиковыми бетонами какими-то. Я вот к этой собаке хочу подойти. Уж как-то ты так... А, я тебя знаю. Ты собака с точкой на лбу. Но ты суровая. Ты иногда лаешь. Вот. Саши говорит, он иногда в 7 приходит. А столовая открывается в 6:30. Выходи в 6:15. И я тебя буду ждать. Возле бывшего магазина Мухаммеда. Друг, помните, у нас была семья мусульманская, друзья Мухаммед и... Нурда, и Нурда даже стала названной сестрой Саши в индийский праздник Ракшабандан. Когда любая женщина может повязать мужчине браслетик, да, и они становятся братом и сестрой. Ну, это по обоюдному согласию, конечно. Саши, you have... You have mask, mask. I have, I keep in my bag. Что-то новое открыли. Что это, папа? What is it? Hotel? Before Lagoon. Hotel? Mama, I know hotel. No, I asking. Also, there's a restaurant and hotel. Отель и ресторан. Сатья Саи Санкал. Вот так вот. Ну, красивый такой прям, весь все сияет. Особенно пол, когда еще новый вот этот вот. Плитка новая. Очень красиво. Масочку, масочку. Ну, сейчас это уже ваш раме. Да, чисто символически. Он говорит, я всегда храню маску внутри. А я все время сумочки-то меняю, и у меня забываю. Сейчас уже даже лифт уже вышла к лифту. Сэра, нет, нет. Вышла к лифту. И вспомнила, что маски нету. И быстренько вернулась, забрала маску. У нас дома там, где ключница, у людей ключи висят. А у нас маски всякие разные. Два дня говорит, назад я вспоминал его. Думаю, что-то его нету. Надеюсь, что он не умер. И вот он появился опять, этот молодой человек. Сайрам, куколка моя. Сайрам.
Ну все, друзья, я одеваю маску, сейчас пойду, I put mask. Да. Да, да, конечно. И камеру прячу. Прячусь за Саши. So nice to be here, да. Так здорово быть здесь. Всегда вот на этих башнях сидят птички. Сарвадхарма. Баварум, баварум. Ага. It's nice. We don't need to check your bag. Да, сейчас не проверяют. Why? Сумки и не измеряют температуру. Я им руки, ну, при входе, как бы раньше был обыск, прямо обыск-обыск. А сейчас просто сидят. Большой автобус Шри Сатья Саи, мобильный госпиталь. Ганеша. Что-то новое, да. Дурга. Дурга. Ой, ну Ганешу так украсили прям. Вот возле этой ладони очень любят фотографироваться. Сударшана чакра на пальце Вишну. Хочешь, я тебя сфотографирую? You want I make your photo? А там лилия. Ой-ой-ой. Лилии, да? Или лотосы? This is lotus. Лотос. Ой, лотосы закрылись. Вечер же. Раде, раде. Я какую-то маску старую схватила. Она вся изнутри лохматая. Видать, с начала пандемии щекочется. Я ее одела на нос. А она щекочется. Разлохматилась. Этот садик называют садик Христа. Здесь знаки всех самых значимых больших религий. Вот. Зороастризм, индуизм, буддизм, христианство, мусульманство. У Саши уже миллион этих фотографий, но в этом доме жил Айзек Тигрет. 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 Айзек Тигрет. But it will open 6:30, what time now? Последний баджан and after arati. Смотрите, как много папа. Look at this, how many leaves
у этой веерной пальмы, как много сложилось листьев. Прямо как... Ага. В ашраме так чисто, ухоженно. Прямо счастье-счастье. Да, уже готовы его брючки пошили, трое брюк пошил так быстро. Отдадим в стирку. Да, we give for washing, because necessary iron. Вот видите, это северная столовая, и они готовят очень чисто там, очень вообще все. И перед тем, как открыть столовую, они поют мантры. Слышите, они сейчас поют мантры. Арати. Вот, North Indian Canteen. Вот здесь пища Северной Индии. Здесь раньше было без талонов. Сейчас я не знаю, как. В Южной Индии с талонами. Марва Кришна. Марва Кришна. Ну, я, наверное, пойду. I go to my side, maybe. What you think? Есть время. Ага. Арати началось в мандире. Я пойду потихонечку. I will go slowly, slowly. Ага. Что-то не смогла я их спросить. Они говорят, не сюда. А другие сказали, сюда. Пришлось разлиться. Можно? Я как-то со знакомой приходила, она работала, говорит, я очень долго в ресторане работала. И она посмотрела сюда, она говорит, идеально, идеально, говорит, могу я вам сказать. Какая там чистота. Перчатка. Ну давай, вставай. Чуть-чуть рис дал. Я что-нибудь возьму. Капрам? А, ну вот, вот давайте вот это, да. Ача-ача, ага. Нудал, да? Нудал, хорошо. Ага, спасибо. Thank you, бас, бас. Что еще? Салатик сладкого джилеби, гулаб-джамун. Так. Can I take jalebi? Jalebi, да. And buttermilk, да? Ага. А что? Здесь платишь.
Сейчас узнаем, сколько это стоит. Давайте, девчонки, поместимся. Не знаю, получилось у меня видео или нет. Я там снимала, но старалась не засвечивать. Ну, в общем, вот. Выбор там не очень большой. Взяла нуду, хрустяшку, баттермилк и джелеби. Это мне обошлось 33 рупии. Вот, 33. Что-то там 12, что-то 7, 4 и 8. Я не вижу, что есть что. Раньше эта столовая была переполнена. Мы стояли в очереди вот тут. И оказывается, и правда, есть не хотела. Я, наверное, этот джелеби заберу с собой. Хорошо, что у меня есть пакетик. А макароны придется выкинуть. Они перченые. Нудл. Вот это вот ничего. Просто еще хочу. Хочу мороженое. Мороженое хочу. Ага. Написано, не плевать сюда. Так, я забыла, где тапочки свои оставила. Вот эти вот получше, даже мои розовенькие. Я могла бы сказать, конечно, кому они нужны, твои тапки. Но когда вспомню, что у меня ушли совсем страшненькие. Ой, папочка. What did you eat? What did you eat? One potato, dry potato, uh-huh. And two chapati. Uh-huh. How much? Gulab jamun. 47. 47? Ну, ты мотовка. I am for 33, eat. Oh, I get one papadam also, which was not tasty. I also one papadam, noodle. I not finish noodle. Little bit jalebi, I not finish jalebi. Yeah, I gulab jamun, I eat. Uh-huh. I want ice cream. Пошли, мороженое хочу. Сэром. Айскрим, айскрим. Я хочу. Здесь маленький выбор. И рожков нету, только стаканчики. Давай. Лэп-курант, это ванила чип. Дешевую ванилу. Здесь выбор ванила. Ванила. Ванила чип? Not expensive? Чока чип. 17 рупий. А вот это 19. Птички так кричат. We can eat on grass. Нет? Москиты. Ой. Ну что, начнем с твоего? We start from your? Давай пробовать твое вначале. Что у тебя там? Nice. You can try mine. No problem. Что Very такое? Nice. Я не очень люблю ванилу, но надо же проверить, что там у него такое. Шоколадные. Коконат? Да, сейчас проверим, почем. Шоколадные эти такие зернышки. Здорово. А у меня черная смородина. Люблю чернику и черную смородину. Каждый вечер делят жилплощадь. Кто где будет ночевать. Больше 2 лет не ела ашрамного мороженого. Не ела в северной столовой, не ела в южной. Как будто и не было этих 2 лет. Щебечут, щебечут.
Then I got angry and I left. Он говорит, однажды в северную столовую, я говорит, 30 минут стояла в очереди. А, ой, побежал геккон или кто там побежал, ящерица, еще что-то. Приходили студентов без очереди пропускают. Студентов своей бабы. И говорит, я уже устал и ушел, рассердился. Ой. Senior citizen line separate for old people, yeah? Да. Надо, говорит, делать для пенсионеров отдельную линию. Но тогда уж точно не попадет молодежь в столовую. Пошли проверим. Он хочет проверить стоимость, почем кокосы. Он сегодня принес мне кокос. Я перед выходом, он говорит, ну ты выпей же, я ж тебе старался, тащил такой огромный. Так что я уже сегодня пила кокос. Он говорит, наверное, 25. 22. 22. Коконат. Вот. Я когда сюда приехала в 2009 году, в январе или феврале, не помню, кокосы стоили 8 рупий. When I come first time, coconut was 8 rupees. I remember. 2009. Это 13 лет назад. 13,5. Then it was 10 rupees, 12 rupees, I remember. Потом 10, 12, да. 14-го полнолуния должно быть. Что они вечером продают? Ну вот здесь вот кофе. А там в меню что у них есть? Я только утром люблю идли, потому что у них... Вот. Ну, рава идли, I think. Morning maybe. Самоски, алу бунда, ведж, котлет. Water bottles, бунди зира, не знаю, buttermilk, пури сет. Ну, вон самоски. И випхути продают. Священный пепел, да. Потом, Рейта. Да. Вот это, darling, this Batman. По-моему, да? Это бэтмены летают. Это эти, ну, безмен. Бэт, безмен. Бэтмен, безмен. Бэт. Летучая мышь, летучая лисица. Пошли. Их тысячи. После Даршана их тысячи. Летает. Дорогу ремонтируют. Но люди уже там ходят. А let's check. Ты хочешь проверить? Дорога открыта, говорит. По-моему, не открыта. И вот там западная столовая, она тоже закрыта. Вот здесь были, писали все время вот на этой штуке мысль дня, которую слова Сайбабы какие-то мудрые послания. Для преданных. Я не хочу повет. У меня чистые тапочки. Такое вот влажное, мокрое. Я хочу по более сухому. Вот по этим лужам. Это южная столовая. Она работает тоже вечером и утром, и вечером, и днем. Ну, что-то как-то мы не очень удачно. Да. Надо вот здесь, вот где-то же у нас банк был. У нас одна девушка прислала 500 рупий. Она просила, говорит, можете передать в банк? Сайбабы, ну вот, ну, насчет ашрама. Но они только здесь принимают донэшены, в их банке. Надо узнать, работает или нет.
Молодцы, конечно. Так, прямо основательно. Как вкусно пахнет. В следующий раз поужинаю в Южной. Ого, какие котлы. Ага, вот на той стороне. Теперь надо банк проверить, работает или нет. Раз уж обещала, значит надо. Did you see? It's open or no? Да, Нэшн здесь платили, здесь. Все двери закрыты, говорит. Сейчас служба закончилась, и там мантра звучит. Саи Гаятри мантра. Фильтр вотер. Так много света. Чей с вами. Второй арцы. Где мой папа? Давай, дедушка, давай, привет. Давай. Ты дал ему? Ты ему дал сейчас? Подожди, он говорит, что дал тебе. Подожди. Я знаю, дедушка два раза взимает. Сколько дашь, столько и взимает. Did you give him? Да, говорит, я ему дал. Ну, слушайте, он с 6 утра до 9 вечера. Теперь нам надо захватить наше молоко. С 6 утра до 9 вечера, дедушка, пока уже ворота ажрам не закрыты. Кто-то говорит с Южной Индии, думал, я иностранец, попросил фото, говорит, со мной. Ой. Your friend from Dharamsala. Сайрам, Сайрам, друзья. Помните, друг из Дхармсалы, у которого мы в гости приходили, и они нас с нашим таксистом обедом покормили и показали собачку с 4 щенками. А к собачке привозили специального... специального жениха из Шимлы. На 20 рупий, товарищи. Сейчас он на рублей 15-17 купит розочек для алтаря. Tomorrow we will go for market. Yeah. Вот это да. Столько розочек. На 20. Ну, поменьше сейчас. Раньше было один к одному. Сейчас рубль подорожал, да, как называется? Доллар подешевел, рубль подорожал. Раджу. Наш Раджу. Асаши. А где ты оставил? Where you left milk? Все, выспалась. Выспалась, дорогая. Угу.
Забрал молочко. Ага. Да, я тоже вспотела. Мы, говорит, возьмем рикшу с тобой. Возьмем. Кристалл. А где рикша-то? Реали? Сикс. $600 реали? Ну, I mean, how many рикша in Хутапарте? Он говорит, что в Хутапарте сейчас 600 рикш. Раньше было 400. Он говорит, один рикша ему сказал, что полиция берет деньги и дает лицензии. Вот. Вот тут-то вот мы раньше у нас возле дома стояло рикши 3, наверное, а сейчас там чуть не 10. Все купили рикши и занимаются. Они, в принципе, так небольшим удовлетворены. Саши говорит, там 500 рупий сделали, поехали домой отдыхать. You remember in Gokarna, one time we paid to Riksha, he bring us to cave, and we give him 500, and he left, go home. We forget my Paris bag. Я помню, мы как-то в Гокарне были. Да, и Саши заплатил Рикше 500 рупий, он нас свозил в пещеру, вот, Шивы. It was Shiva cave, да? Шива кейв. Вот в пещеру Шивы. И как-то так нам все понравилось. И мы заплатили ему 500 рупий. А потом оказалось, что мы забыли мой портфель, мой рюкзак, вернее, Париж бэг в этой рикше. И там были и деньги, и телефон, и новая камера, там еще что-то. В общем, и мы такие в шоке. Саши поехал бегом на остановку рикш, где мы его взяли. А они говорят, а что, он 500 рупий заработал, куда ему еще дальше работать? Он поехал домой радоваться жизни. Вот. Хорошо, что он сделал фотографию. Почему-то первый раз мы сфотографировались все вместе, с рикшей обнялись, все такое. Уж очень как-то душевно поездили в тот раз. Дашенька была, Саша был. Весело, замечательно мы тогда прокатились. И на радостях-то сделали фотографию общую с рикшей. И вот это и помогло разыскать, потому что кто его там знает, какой он, кто он, с кем мы уехали. А так его коллеги опознали, говорят, да, он поехал домой, вот у нас его телефон. Позвонили, он приехал, портфель был еще в рикше, никто не спер. Хотя рикша-то открытая. Открытая машинка. Это как мотоцикл с кабинкой сверху практически. Вот. И удивительно, что никто не спер. Вверх, вверх. Пижаму, пижаму. Спасибо. Thank you. Вот так мы. Шопинг такой на колесах. Он, по-моему, вчера только отдал пошить. Сегодня уже готово. Трое брюк. Пошли. Он говорит, я отдам стирку сейчас. Эти брюки. Так что мы сейчас сходим даже к нашей Washing Lady практически. Washing Family.
Сэра. Сэра. Здрасте, сэра. Сэра. Сэра, бэби, бэби. Сэра. Ага. Не, потом, потом. Сэрам, 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 сэрам. Они гордятся, гордятся своим, своим ребенком. Сэрам, сэрам. Ага, что-нибудь говорит. Потом. Что-нибудь бэби говорит, дайте. Вот что ж за манера такая. Но с другой стороны, мы сами виноваты. Сэрам, вошинг, вошинг, вигейт, вошинг. Вошинг, это наша вошинг леди. Ага, здесь, говорит, аккуратно. Ступенька. Не ступенька, а перегородка такая. Вот в этот дом вот у них вотчманы есть, во всяком случае были. Так просто у них не погуляешь, на лифтах не покатаешься, как у нас. Вот они мои спасители, с шариками все такие. Красавчики! Все празднуете? Шарики, бёздей. Бёздей? Бёздей, да, говорит бёздей. Отлично. Все что-то празднуют. А, вон они вешают на стенку шарики. Все до кучи отпразднуют сейчас. Сэрам. Хэппи, хэппи, очень хэппи. Ну все, дорогие друзья, счастья, здоровья вам, добра, процветания, всего наилучшего. А, не работает? Всего наилучшего, всех обнимаю, всех люблю. Да, есть, у меня есть ключи. Берегите себя, берегите друг друга. Ты зачем нам звонишь? Нас нет дома, а теперь мы дома. Папа, don't forget your flowers, окей? Цветы не забудь на алтарь положить. Он каждый вечер делает пуджу и цветы положит.